Женщина становится взрослой как личность, когда она начинает брать ответственность за свои чувства. И в первую очередь за чувства к своим родителям. Когда вы говорите слова любви и благодарности из страха обидеть другого человека, но при этом в душе вы чувствуете обиду и боль, то этим вы травите и себя, и своих родителей. Дело в том, что каждая эмоция имеет конкретный адрес в теле человека. Вы можете говорить одно, но при этом другой человек реагирует именно на ваши чувства, на то, что вы транслируете вибрациями своего тела. И то, что вы транслируете, то и получаете. Таких мужей, детей, работу и жизнь в целом.